Дорогие друзья, поздравляем вас с наступающим Новым годом! В этом году на цифровую елку я бы хотел повесить вот такой вот домик, чтобы в каждом доме царил порядок, счастье и любовь. И чтобы у нас у всех была возможность протянуть друг другу руку помощи. Клуб «Водолей» Дворца творчества «Преображенский» сделал эти игрушки своими руками. Мы поздравляем вас с наступающим Новым годом. Пусть принесет вам Дед Мороз мешок здоровья, счастье воз, другой мешок со смехом, а третий пусть с большим успехом. Рукотворная игрушка. Беру в руки и вспоминаю о хорошем. И думаю о хорошем. Пусть нам встречаются добрые, понимающие люди. И даже если они далеко, даже если очень-очень далеко, пусть дружба и любовь живут. С Новым годом! Здоровья вам! Вам и вашим близким! Друзья, всех наступающим Новым годом! Этой игрушке больше 30 лет. Когда-то давно моей маме подарили ее одноклассники. И с тех пор мы каждый год вешаем эту игрушку на нашу новогоднюю елку. И я вам желаю помнить о приятных воспоминаниях прошлых лет и чтобы они согревали вас в новом году. Желаю вам здоровья, счастья и приятных и веселых воспоминаний о добрых событиях в вашей жизни. С наступающим Новым годом! В этом году я хочу украсить новогоднюю елку этим шариком, потому что этот шарик – это память. Мне его подарили в коллективе Танами, где я уже занимаюсь танцами 5-й год. Тем более в этом году у Танами был юбилей, исполнилось 20 лет. Это моя любимая новогодняя игрушка, она родом из детства. И я хочу поздравить всех с наступающим Новым годом, чтобы у всех был теплый, уютный дом, в котором все счастливы и здоровы, куда хочется возвращаться. Я надеюсь, что мои внуки сохранят это тепло и сохранят традиции нашего дома. Девочки и мальчики, мамы и папы, бабушки и дедушки, с наступающим вас Новым годом! Пусть будет счастье, мир и добро!